помимо выполнения основного объема, большого объема операции и последующей химиотерапии внутривенной, непосредственно в момент операции первичной производится орошение брюшной полости химиопрепаратами под давлением. Вот это вот метастазы черные, орошение я вот так показываю, я лью из бутылки. Но возникает вопрос, ладно, на поверхности я могу вылить, а как вылить это все внутрь? Осуществляется доступ посредством лапароскопической... То есть эндоскопически, без разрезов, через проколы, правильно? Да. Давайте в операционную доктору Засохову заглянем. Итак, вот операционная, слева доктор Засохов. Вы видите, что... Слева доктор Засохов, это я. Разрезов нет, только камеры, введенные внутрь. И это аэрозольная химиотерапия под давлением. Через специальный наконечник подается как душ, можно так сказать? Вот он, душ. Скорее, как туман.